оперативниками в управлении уголовного розыска Главного управления МВД России по Саратовской области при силовой поддержке ОМОН и ОМОН на транспорте Росгвардии задержан подозреваемый в квартирных кражах. Им оказался 55-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По предварительной версии, мужчина проникал в помещение путем повреждения оконных рам. Он успел побывать в 4 жилищах в различных районах города Саратова и области. Добычей злоумышленников становились деньги, ювелирные украшения, вещи. Общий материальный ущерб в результате преступления составил более 400 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.